опускается вечер на плечи, дарит солнце багряный закат. Едем из Нижнего Новгорода во Владимир. Раннее утро. Погодка сегодня, конечно, не очень, но и вчера тоже не очень была. И на пути во Владимир есть такой отельчик, называется «Левники». Мы здесь все время останавливаемся, когда участвуем в фестивале имени Алексея Ивановича Фатьянова в Вязниках. Здесь до Вязников совсем близко, но до Владимира чуть подальше, поэтому вот сегодня остановились здесь просто повидаться с друзьями, кофейку, чайку попить, кашки покушать. Сегодня концерт во Владимире. Приходите, друзья. Кому интересно, для информации, посмотрите мой фильм, который называется «По странам с Баяном» из Вязников. Вот половина этого фильма снималась здесь. Песня «Потому что мы пилоты», он пел на том балкончике. И еще хочу сказать, что здесь снимался клип мой «Заволокинские песни на Руси». Так что много чего связано с этим местом. Итак, сзади меня трасса, Нижний Новгород, Москва. И едем мы во Владимир. Сегодня вечером в 6 часов концерт. А я все на что-то надеюсь в душе. Моей боли не унять. Быть может, я все же осмелюсь все в жизни своей поменять. Быть может, я все же осмелюсь все в жизни своей поменять. Повзрослели, как быстро детишки в гости водят ко мне уж внуча. Дорогие друзья, приветствую всех на моем YouTube-канале. 19 марта 2024 года. Город Владимир, Владимирский областной дворец культуры и искусства. Замечательный концертный зал, вместимостью 750 человек, очень красивый. Посмотрите. Несмотря на то, что погода на улице такая, мягко говоря, не очень комфортная, но зато сегодня в концертном зале будет очень хорошо и комфортно. Я в этом просто уверен. По-другому быть не может. На моих концертах только так. Хочу сообщить вам хорошую новость. Совсем скоро на моем YouTube-канале появится полностью весь концерт, который был в Доме ученых, который был посвящен памяти Валерия Михайловича Калинкина. Канал «Жар птица» снимал этот концерт, и вы его можете увидеть не только на канале «Жар птица», но также и на моем YouTube-канале. Так что следите за анонсом, друзья. Скоро в эфире концерт памяти Валерия Калинкина. Кстати, вот, у меня пишут, некоторые задают вопрос, зачем на сцене дым? Отвечаю. Вот видите сзади меня вот эти фонари, которые светят? Если бы они просто светили, то вот этих бы не было. Вот видите, красивые такие стрелы такие. Это все из-за того, что есть специальный концертный дым. У него очень много разновидностей, у этого дыма. Вот. Кому-то он мешает петь, на связки влияет и так далее. Мне, слава богу, не мешает, не влияет ни на связки, ни на что. Но понимаете, когда вот этот дым есть, смотрите, как красиво, просто обалдеть. Получается шикарная картинка. Поэтому мой ответ на вопрос, зачем на сцене нужен дым. А вот зачем. Чтобы зрителю было интересно, комфортно смотреть концерт. Чтобы было красиво, ярко, празднично. И дым помогает в этом. Правда, бывают, естественно, во всех делах бывают переборы, когда есть такой стелющийся дым, который как туман называется. Когда видеографы снимают свадьбы и фотографы, они иногда используют такой дым, который как туман. То есть человек идет, и по колено у него дым. Но это просто для красоты делается. А когда на концертах такое используется, то люди, которые сидят на первых рядах, им, естественно, некомфортно. Но мы такой дым не используем. Мы используем только дым для красоты. Чтобы картинка была удивительная, замечательная и красивая. Все для вас, дорогие друзья. Все для вас, мои любимые зрители. До концерта остаются считанные минуты. Скоро народ будет заходить в этот замечательный зрительный зал. Ну, а я пошел готовиться.
Пожелайте мне удачи. С Богом! И фонариками вправо, влево, Владимирский вальс. Я вредею, вот так.
я гармошечку в руки возьму. Знать печаль мою всем ни к чему. Ты гармошка послушай, а успокой мою душу. Я покрепче тебя обниму. А ты гармошка послушай, успокой мою душу. Я покрепче тебя обниму. Расскажу, как тоскует душа. Расскажу я, и тебе не спеша. Было Богу угодно, жизнь моя не свободна. Да вот к ней я спешу вновь и вновь. Было Богу угодно, жизнь моя не свободна. Да вот к ней я спешу вновь и вновь. Я иду домой поздно, прямо надо мной звезды, где-то далеко, где-то далеко, где-то далеко. Песню слышу, музыка звала в небо, а земля ждала хлеба. И душа легко, и душа легко дышит на тебе, мне, матушке. Хорошо, ребятушки, страна любимая, милые края, где но душа огромная, Боженька и хранимая, Родина моя, не предоставила целоваться и славить другом. Я пожелал с тобой за полицу, города светит в тебе небе. Если сердце вокруг споткнется, подружки твои запали.
Что теперь мы скажем, кстати, девки, когда сквозь бури непогоды и к нам с тобой они прикатят. Седые годы, наши годы, а мы сделаем так. Мы шаг не подбросим, но потом поем сперва. В душе нам 28 и 82. Мы шаг не подбросим, но потом поем сперва. В душе нам 28 и 82. Танцуют все! В душе нам 28 и 82. Мы шаги не подбросим, но пропадем сперва. В душе нам 28 и 82. Без боится в седле.
цыганской не пою. Если любишь материал покой, оставайся лучше ты со мной. Лучше ты со мной. Опа! Гармонисту за игру дают мне медали. Он повесил их сюда, чтоб все видать. А на зарплату кто живет, кто на алименты. Я тестушку петь скончаю, чтоб аплодисменты. Владимир! А я сестушки без кончали, жду аплодисмент! Своей поменять. Говорят, говорят, третий лишний, бес в ребро с сединой. Говорят, жаль, что поздно мы встретились слишком, и никто в этом не виноват. А я все на что-то надеюсь в душе. Моей боль не унять. Быть может, я все же осмелюсь все в жизни своей поменять. Быть может, я все же осмелюсь все в жизни своей поменять. Быть может, я все же осмелюсь все в жизни своей поменять. Быть может, я все же осмелюсь все в жизни своей поменять. Навеки ваш, Валера Семин. Пока!